Бодрого всем дня! Очередной день стодневки, а это значит очередной выпуск видеоблога от меня. И сейчас мы находимся на небольшой площадочке, которую вы видите у меня за спиной, такая полудетская, полуплощадка с тренажерами, где я решил записать сегодняшнее видео. Благо, тренироваться мне на ней не придется. Сегодня день растяжки, поэтому я просто запишу пару мыслей, которыми хочется с вами поделиться. Первая и, наверное, главная мысль, с которой хочу сказать сегодня, вот место расположения этой площадки, как вы видите, она находится во дворе жилого дома. И, честно говоря, после интервью с Михаилом Костыриным, гопником на турнике, я стал по-другому относиться к таким маленьким площадкам во дворах домов, потому что он действительно меня убедил в том, что благодаря таким площадкам больше людей может начать заниматься. Потому что у них есть такая возможность, им не нужно далеко ходить. Они каждый день проходят мимо этих турников и могут начать что-то делать. С другой стороны, нужно быть очень-очень наивным, если думать, что достаточно поставить площадки, и народ пойдет заниматься. Я отлично помню 2008-2009 год, как на таких площадках подобных выбивают ковры. Просто потому, что воркаут, он не в площадках этих, он у вас в голове. То есть то, что ты делаешь, и как ты это делаешь, это и есть воркаут. А площадки, ну это просто современные площадки. Кстати, отдельно хочется отметить длинные брусья, чего очень не хватает большинству площадок, где брусья короткие, и на них много чего не поделаешь. Вот. Но в любом случае, воркаут он в нас, а не в том, что нас окружает. И заниматься можно в любых условиях, было бы желание. Найти там перекладину для подтягиваний всегда можно. А конкретно вот эти перекладины, сделанные крайне некачественно. Как мы видим, верхняя уже вообще отвалилась, ее пришлось потом приваривать. Не стоит это явно тех денег, которые за них платятся, как и вот эти вот тренажеры. Тренажеры — это отдельная беда. Просто вот я с обеими руками против тренажеров, против того, чтобы на них тратили огромную кучу денег. Лучше ставьте нормальные турники, нормальные брусья, побольше каких-то металлических конструкций интересных, на которых можно заниматься. Как вот видео про детскую площадку с кучей интересных металлических конструкций. И это действительно может создать условия для того, чтобы люди выходили, люди подтягивались. Но если они будут знать, как тренироваться, если они будут видеть, каких можно добиться результатов, то никто и не будет заниматься, по большому счету. За исключением тех, кто и так бы стал заниматься, и так бы искал себе турник, или повесил бы турник домой, неважно. Вот какие-то такие, наверное, мысли у меня сегодня. Как здорово, что не надо тренить. А если кто заметил, да, действительно, на последнем видео я отжимался уже не с кулаков, а с ладошек. Мой большой палец постепенно заживает, и это значит, что где-то через месяцок я уже буду постоянно, наверное, отжиматься с ладошек и вернусь к освоению стойки на руках и отжиманиям в ней. Вот. К сожалению, да, палец меня немножко выбил. Вот такие вот мысли, вот такие вот мысли на сегодня. Как проходит ваш день, пишите. Адрес этой площадки тоже скину в описании к видео, если кому интересно. Вот так. Пока. На сегодня это все.